Севприроднадзор проверяет факты незаконной добычи грунта в Языковой балке. Сотрудники ведомства направили копии материалов обследования в полицию и в Управление Федеральной службы судебных приставов, сотрудников которой предстоит проверить исполнение судебного решения, запрещающего проведение работ на этом участке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Напомним, в пятницу 21 января в эфире телеканала НТС вышел материал о том, что в водоохранную зону вновь зашла грузовая техника и начала добычу и вывоз грунта. Борьба за сохранение Языковой балки продолжается уже третий год подряд. Несмотря на объявление о прекращении работ, техника покидает территорию на несколько месяцев, а затем вновь возвращается.